Приветствую вас на канале AsmodeeyPlay. Мы играем Снайпер 2, Воин Призрак. Так, мы продолжаем основная кампания. Продолжить. Призраки Сараева. Дислокация Сараева, Босния. Время 18:00 по местному. 14 апреля 93 года. Акт 2. Рейзер 32, доложитесь. Доказательства были? Рейзер 32, как слышите? Доказательства скоро будут, американская свинья. Тогда твои люди умрут в Сараево. Вот и поговорили. Все? Понятно. Блин. Вот и весь разговор. Че? Поговорили они так. Ни хрена себе. Кто так разговаривает? Что за диалог? На. Спасибо. А вы не трогайте, не трогайте меня. Не задавайте мне вопросов глупых зря. Еще здесь. Он должен был снимать. Меринов хочет, чтобы плохими парнями в этом деле были американцы. Подготовка почти закончена. Владич мертв, они обречены, запасы у нас. И к тому же у них наши деньги. А что с этим делать? Он убил нашего командира. Проследи, чтоб помучился. Да помер Ефим, да и хер с ним, чё вы? Ему сейчас ни холодно, ни жарко. Ну только так. Где они держат второго американца? В здании парламента слишком поздно. Они вот-вот выдвинутся, ваш друг. Передай привет Владичу. Ну так. Совесть-то нечиста у тебя будет. Думаешь, кто-то есть? Ну хотя да, он же недавно ушел. Он должен вообще услышать, как стул разбился. Вау! С глушителем? Какая прелесть! Кто мне вот его подал сюда? Тут всего 4 патрона. Вот дерьмо. Похоже, что если не везет, то во всем. Блин, а тут где-нибудь хоть патрон-то есть? Давай, опа. Привет. Пабло, как бы ты бога явился? Даже собственные... Так, надо сваливать. Пока они меня не видят. Ни хрена себе. Их целая толпа. Вот ничего, что разговор прервался. Алло? Я, по идее, это должен взять. Если я хочу взять. Блин. Не дает менять оружие. Да. Коля, поверни его ко мне. Так. Нужно найти снаряжение. И поскорее. Конечно. Вот кто там стрелял-то? Так. Здесь что? Чё? Через плечо чё? Так. Посмотрим вниз. Блин, там люди ходят. Так, бинокля нету. Ну правильно, откуда он? Все же забрали. Так. Ва, снаряжение. Давай, бери остальное-то. Пора выбираться из этой задницы.
Так, не понял. Патроны не берет. И куда мне выбираться, то если они все на улице. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Блин. Ладно. Попал. Расстояние небольшое, поэтому... Форм, это Razer 32, как слышите? Слышу, 32-й. Где, черт возьми, тебя носил? Ты не выходил на связь 3 часа. Меня схватили. Меринов нас подставил. Пока буду молчать. Вот здесь довольно опасно. Попал. Как здорово. Ой-ой-ой-ой. А смысл мне, если я сейчас здесь помру, все это... Мероприятие это было. Кто что взорвал? Юниформ, что там за история с минометами? По всей видимости, на улицах вспыхнули бои. Сербы начали обстреливать все дома подряд. Будьте осторожны. Майк, мы едем. Мы едем, что? Американские степенисты побегал. Блин. Я нашел степена в подруму с подрывным кичом. Что? Брз... Я не могу. Неку... Контакт! Обамо! Да подожди ты! Ни хрена ты, блин! Ладно. Давай. Здесь это место переиграем. Ни хрена. Что-то меня далеко закинуло-то. Так. Пора выбираться из этой задницы. Так. Еще разок повторим наш подвиг. Юниформ, это Razer 32, как слышите? Слышу, 32-й. Я, черт возьми, тебя носил. Ты не выходил на связь 3 часа. Вот так и меня должен. Схватили. Меринов нас подставил. Пока буду молчать. Давай. Здесь довольно опасно. Бум. Блин, далеко отбросило что-то. Такой неприятный момент, так скажем, чтобы это видео смотреть опять с оглушением. Форм, что там за история с минометами? По всей видимости, на улицах вспыхнули бои. Сербы начали обстреливать все дома подряд. Майк, будьте осторожны. Что? Американские снайперисты я побегал. Управил сам нашего степера у подрума с подрывным кичом. Что? Брзо, провери сало пред него, что нам проклятый кров срушил. Да кто меня палит-то? Сранье, човече. Сады имамо прилику. Может, еще можем его догнать. Не то чех, не то. На. А что ты его туда пинаешь? Так, ты только не поднимайся. Вон оно. Ой. Ну-ка, где ты там? Так, нормально? Ну и тут ждать, пока ты еще обратно пойдешь. Хрен аж там. Юниформ, это Razer 32. Угрозы нет, докладываю. Мне удалось выбраться, но Мэддокс остался у них в здании парламента. Они хотят, чтобы американец сказал перед камерой, что это военная операция. Какого черта тебя понесло так далеко от места посадки? Меринов вывел нас на Владича. Мы прижали его, но бандиты налетели на нас, как мухи. Думаю, мерзавец с самого начала хотел нас подставить. Черт возьми! Тебе было сказано стоять на месте и ждать указаний. Андерсон говорит, Диас. Я наблюдатель от ЦРУ. Получим официальный мандат НАТО, крайне важно держать действия США в секрете от СМИ. Вам нужно отыскать своего напарника и вытащить его оттуда, пока они не начали съемку. Понял. Я сейчас в старой школе в 2 километрах к западу от места высадки. Подскажите по выбору маршрута. Так, самый короткий маршрут пройдет через... Вроде бы это библиотека и больница.
твоя цель — это отель со стеклянным входом. Оттуда должен быть хороший вид на нужное нам здание. Вас понял. Не нравится мне это. Надо будет покопаться. Блин. Надо будет покопаться. Вот библиотека. Но еще на входе меня разорвут в клочья. Нужно ее обойти. Так, 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 так. Че, они как немцы там книги ждут, жгут, что ли, или что? Эти дыры специально для меня сделаны. Так. Главное, чтобы там снайпера не было никакого. Хоп. Эй, хоп. Ла-ла-ра-ла-ла-ра. Подъезжай сюда. Давай. А я знаю, почему они не боятся. Потому что у них есть танк из пластилина. Да? Поэтому вот такие смелые. Блин, и никого нету. Так. Здесь все пометили. Ползем, ползем. Аккуратненько. Только не поворачивайтесь. Хорошо? Я тут по-тихому сейчас проползу. Что-то у вас много, много ребятишки. Мальчишки и девчонки, а также их родители. Веселенькой порнушки сняться не хотите ли? Да ладно, шучу. Шучу. Просто пока ползешь, так нервничаешь. Чтобы этот бы там не высунулся из окна, бычок не выкинул. Это кинет вниз бычок посмотреть, куда попал. И все. Это украинцы, что ли? Мы из Украины. У нас есть танк из пластилина. Или это надувной танк. Давай, давай, давай. Я вот даже немножко ускорился специально для тебя. СМ-32. Здание библиотеки — отличный вид на важный район города. Обозначение — аллея снайпера. Сербы стреляют без предупреждения во все, что движется. Выбирай безопасный маршрут и будь осторожен. На. Блин, безопасный маршрут. Там, вот, что вы бубните-то, я не понимаю. Блин, хотел двоих одним выстрелом. А тебя? Курение убивает. Не знал, что ли? Блин. Вот, знай теперь. Не кури. И друзьям передай. Черт. Кто там? Подтверждаю наличие снайперов. Андерсон, ищи удобную позицию. Или убирайся поскорее из этой чертовой библиотеки. Так, еще кто?
по гражданским стрелял, падла. Жаль, что я тебя сразу убил одним выстрелом. Нет такого состояния, чтобы помучиться тебе. Ой. Блин, ползу. Что делать-то? Да откуда? Хрен ост там, я вот сюда поползу. Че, не получилось, да? Блин, блински. Давай. Ползаем. Долгая миссия будет так-то. Ой. Это где? Понятно. Попал? Но он там не один был. Я уверен. Так, эти где-то наверху, где-то внизу, где? О! Так. Сюда ушел. Еще же один где-то есть. Пока где? Наверное, наверху. Нет, вот он. Винтовка хорошая. Дальнобойная. Тихо, тихо. На. Вместе с руками пришил. Так, а ты здесь у нас где прячешься? Ну что, подо мной? Подо мной, наверное. Сейчас мы тебя тоже будем выкуривать. Вот он ты. Только не кричи. А то поднимешь тревогу, не дай бог. Мне потом бегать опять. Хотят. А, ну посюда вот можно забежать. Не понял. Кто у меня там? А, снайпер где-то же там далеке был. Ну, их два снайпера-то. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот так вот. Вот и я молодец какой. Вот такой вот я хорошенький. Классно, классно. А сам от тебя не ожидал такого. А тут на.
Ай-яй-яй-яй-яй. Куда ж вы глядели-то? Идиотинушки. Так. Юниформ, я вижу сбитого толстяка, который падает к югу от библиотеки. Это один из наших? Пока не знаю. Так. В помещениях-то лучше с пистолетом. Снайпер. Юниформ, помогите выбрать позицию с учетом положения вражеских снайперов. В квадрате жарко. Понял, Рейзер, мы тебя видим. У этого здания лучший обзор вражеских позиций. Согласно правилам применения оружия, нужно всегда стрелять в ответ, так что давай. Ха, большое спасибо. Блин. Всегда стрелять в ответ. Я-то не против. Вон он. Да где ты? Не понял. Все? Так. Подожди. Должен был попасть. Тихо. Где-то еще. А, во. Вот сюда. Взял. Давай, сейчас стекло-то мне не помешает. Тихо, бабушка. Не вижу. Вот, вижу. Успокаивайся, давай. Да. Еще есть? Я того-то завалил, нет? Хрен его знает. Так. Вау. Так. Одни на других напали. Но он труп. Блин, а тебя только патроны перевел. Они денег стоят. Кажется, единственный путь ведет вниз. Давай. Тихо-тихо-тихо. Кто тут? Шаришь? Шарю, шарю. Эй, за ним рекал вам двоице идиота, да обезбедите улице и поправите кутию с усигурачима. Бацайте се на посао одма. Да, господине. Чекайте само на редице. Када ове грелски свине укусе мало на газени мина. Оне твоје окуда притиса. Да, газни на них, как ти помени. Знам да сам чуо нешто. Подождите. Пазите на плецак и цеви. На. Это что, пробил одной пулей? Тихо.
А ты как хотел? Сам выглянул. Еще один. Давай, ты умный будешь или нет? Да нет. Давай, вставай. Вставай. Незабываемое путешествие ждет тебя. Сердце. Ну все, можно спокойно идти. Патроны потрачены не зря. Ох, жаль. Жаль, что пополнять их только, блин, проблематично, эти патроны. Так, так, так. Так, так, так. Интересно, тебя если все расстрелять, что надо? Заново миссию проще начать. Давай. Над женщиной измываются, что ли? Ай-яй-яй, вот ублюдки. Я помочь-то ничем не могу. Не вижу даже жертву-то. Жаль, жаль. Ну, пробежали трое. Юниформ, я вижу гостиницу, прием. Принял. Займи позицию на верхнем этаже. Оттуда лучший обзор. Давай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Так, а как мне обходить-то их? По какой? Давай-давай. Так. Еще давай. Последний. Ну, будешь со мной бодаться? Где ты? Так. Так, а я бы... Вход в отель просто кишит врагами. Вижу несколько тяжело укрепленных позиций противника. Прошу рекомендаций. Андерсон. Я ни хрена не вижу. Подходящая тебе позиция – это здание парламента. Ничего не вижу. Я приказываю тебе туда прорваться. Обойди противника с фланга и застань его врасплох. Посмотрим, что можно сделать. Конец связи. Давай, смотрим. Обойди противника с фланга. Ни хрена он мне задачку дали, я, блин, вот так все обошел, там вылез где-то. Круголя даю сейчас. Никого нету, странно. Че, мне туда идти? Заселять? Ну, пойдем. Подожди, подожди, подожди. На. Все. Вот так.
Эх. Смотрим на всех. Вот этого чуть не упустили. Так, зачистите район. Давай вот с этого начнем. Так. Пока неплохо. Надо, чтобы куда-то он отошел или что? Она взрывается? Да подождите, снайпер. Чего вы все на меня так грешите? Подожди. Циркни, свиньё. Ты же меня даже не видишь. А уже ругаешь. Покажись. Ну покажись. Вот так. Больше ругался. Перезаряжаем. Все цели ликвидированы. Теперь иду наверх. Отличная работа. Мы засекли движение у здания парламента. Они ищут тебя. Доложи, как будешь на позиции. Хорошо. Ну давай. Блин, так-то. Он даже через этот куст пробежать не может. Вот еще надо было взорвать вас. Много чего можно взорвать. В здании-то по-любому есть. Ждете, да? Ну ладно, хрен с вами. Смотрим. Тихо, тихо, тихо. Дышишь, как загнанная лошадь. Выше. И выше, и выше, и выше. 50 патронов. Думаю, мне еще хватит. Во. Куда-то попали. Что за черт? Юниформ, я вижу Мэддокса, но тут что-то не так. Не похоже, что он пленник. Андерсон, Диас, я сразу к делу. Мы тут кое-что раскопали и получили запись звонка, которую Мэддокс сделал из своей берлоги у вас на базе. Это вам понравится. Я уже сказал, все на месте. Ты не парься насчет наемничка. Все под контролем. Кол доверчив, как сопляк под кайфом. Так что если я изображу поддержку закона, рыбаков купится на раз-два. Ты, главное, соблюдай характер, и все будет тип-топ. Я все понял. Для тебя не составит проблем сыграть жадного ублюдка. Это еще что? Вспомни, это же Мэддокс привел нам этого красавца Меринова. Похоже, они всем нам утерли нос. С самого начала это планировали. Что планировали? Попасть в плен к бандитам в какой-то заднице, а потом пожать друг другу руки? Мы знали, что Владич тянет из сербской армии оружие и припасы, толкает на черном рынке. Но думали, что это к делу не относится. А теперь он мертв. И всю эту снарягу они могут забрать себе. Это что, шутка? Все доказательства у тебя перед носом. Признай это, сержант. Нас обыграли. Так, может, я прибью его? Чё молчите? Так, новость. Уничтожьте Карла Мэддокса. Меринов и Мэддокс только что стали основными целями. Цель видите, Рейзер? Как слышно? Они уже двигаются. Обоих мне не взять. Разрешаю ликвидацию предателя Карла Мэддокса. Сейчас, минутку, подожди. Может, ты заткнешься, ты мне мешаешь? Да блин. На.
куда-то, в кого-то же я попал, даже в водилу же я попал. Предателя прибил. Немецкие аплодисменты мне. Ну чего ты расстроился? Выкинь ее. Черт возьми. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Пока.